Всем привет, дорогие друзья! Привет! Из жаркой-жаркой Алании мы находимся на Дамлатаче и идем на пляж. Первый раз в этом году мы идем купаться на пляж Дамлаташ. Сейчас около половины шестого вечера. Как я всегда вам говорю, самая приятная погода утром или сейчас, когда заходит солнце. И на пляже можно находиться, представляете, до самого-самого захода солнца. Этот пляж находится прямо около канатной дороги. Вот она за мной. И, как я уже говорила, Дамлаташ — это один из моих любимых пляжей. И район Дамлаташ очень классный. Смотрите в описании к этому видео предыдущие видео про Дамлаташ, и вы узнаете почему. Ну, а сейчас мы идем купаться. На Дамлаташе очень много пляжных баров, и здесь можно арендовать шезлонги, зонтики, посидеть в пляжном баре, выпить что-то освежающее. Ну и, конечно же, можно прийти со своими зонтами, полотенцами, принадлежностями, как мы обычно это и делаем. И здесь, на этом пляже, всегда много народу, кто хочет отдыхать на шезлонгах и в бунгало, отдыхает на шезлонгах и в бунгало. А мы идем на свободную зону, где будем сидеть под нашим зонтиком. Сегодня, кстати, не так много народу, или мне так кажется, но я вижу, что море сегодня спокойное. В общем, друзья, опять у нас с вами видео погружение в атмосферу. Посмотрите, как здесь здорово. Просто супер. Вот так мы поставили наш зонтик, полотенчики. Друзья, мы для пляжа купили очень классную штуку, вот такую вот корзину. С ней очень удобно ходить на пляж. Она держит форму. Ну, в общем, супер классная. И сейчас спустимся на берег. Здесь наш подписчик. Встретились. У него тоже есть канал на YouTube. И, видите, встретились на пляже. Но он сам турок и смотрит наш канал на русском. Сейчас немножко насладимся морем и потом пойдем купаться.
мы уже уезжаем с Домлаташа. И сейчас я вам покажу, где находится туристический информационный центр. А находится он буквально в метрах 20 от канатной дороги. Здесь кот-парк, и здесь начинается подъем на крепость, и прям у подножия крепости и расположен вот он, информационный туристический центр. Сейчас проедемся с вами по Домлаташу, посмотрим, что здесь происходит днем. Некоторые магазины открыты. Есть гуляющие, отдыхающие. Рестораны тоже открыты. Погода сегодня просто шикарная. Море как парное молоко. Очень-очень тепло. Купаться было очень комфортно, несмотря на такие небольшие волны. Даже дети на всяких разных батончиках, семитах, надувных матрасах, кругах тоже развлекались на волнах. В общем, вот так вот выглядит Домлаташ в 7 часов вечера. Сегодня солнце уже постепенно заходит. Ну, а мы, друзья, сегодня вечером отправляемся в новое место, о котором вы узнаете чуть позже. Находимся, а находимся мы, подумайте, раз, два, три, четыре, пять. Обязательно напишите в комментариях, правильно ли вы догадались. Находимся мы сейчас в Кестеле и встречаем с вами очередной закат солнца над Аланией. Сегодня мы купались на пляже Домлаташ, а сейчас встречаем закат солнца. И я специально приехала сюда, чтобы показать его вам, потому что сегодня вечером мы должны были поехать в Манавгат и остановиться там по пути в Афьон. Да, мы опять собираемся ехать в Афьон, но, к сожалению, мы не успели завершить наши дела, поэтому в Афьон мы едем завтра с самого раннего утра. А как бонус вместо Манавгата покажу вам закат над Аланией. Мы с вами очень много гуляли по центру Алании, по разным районам Алании. А в Кестеле мы с вами были всего несколько раз, и то на пляже. Кестель расположен между Махмутларом, он с той стороны, и Аланией, она с той стороны. Кестель — это такой, можно сказать, спокойный спальный район. Здесь очень много новых резиденций. И много парков, магазинов. Здесь очень хорошая инфраструктура. Когда я приехала в Турцию 10 лет назад, в Кестеле не было практически ничего. А сейчас здесь построили очень много новых современных резиденций. Здесь есть детские парки. Здесь не высокие дома. Дома в основном по
5-6 этажей. И у очень многих резиденций на первой линии есть, конечно же, свои пляжи. Вот, например, один из таких парков, площадка спортивная детская, как раз на самом-самом берегу моря. Через дорогу находится как раз пляж. Поэтому, если вы хотите жить в таком тихом районе, то можно, например, снять или купить квартиру вот там дальше, ближе к горам. Там будет тихо, спокойно и, самое главное, прохладно. Друзья, многие, когда приезжают в Аланию жить, покупают квартиру, арендуют на долгий отдых, то люди стараются, конечно же, купить квартиру на первой линии. Но живя в Алании, я все-таки советую покупать квартиру ближе к горам. Почему? Потому что в Алании нет центрального отопления, а летом, когда очень жарко и влажно, приходится охлаждать помещение кондиционером. Так вот, если вы купите или арендуете квартиру, которая будет чуть ближе к горам, примерно от моря, ну, я думаю, что километра двух достаточно, то летом там будет прохладно, а зимой не будет холодно. Я это знаю по собственному опыту, поэтому вот такой вот вам от меня совет. Лучше чуть подальше, можно спокойно спуститься к морю и насладиться пляжем и солнцем, а, например, вечером сидеть в прохладе на своем балконе и наслаждаться красивым видом на город, я не знаю, мороженым, чаем, кофе, в общем, всем тем, что вы любите. Еще раз наслаждаемся закатом и завтра, друзья, отправляемся в Афьон. Если говорить о том, как сейчас устроена жизнь в Алании после эпидемии, то, как я уже говорила, город постепенно оживает, страна оживает, но, естественно, все должны соблюдать меры безопасности, особенно в закрытых помещениях, находиться в масках и соблюдать социальную дистанцию. Ну, а если в комендантские часы и во время эпидемии было запрещено даже ходить на пляже, сейчас это абсолютно свободно, вы можете находиться на пляже, загорать, отдыхать, никаких проблем нет. Отели постепенно открываются и получают сертификаты здоровья. Что это значит? Это значит, что они дезинфицируются постоянно, что им выдаются сертификаты не только Министерство здравоохранения, но и муниципалитет постоянно проверяет и дезинфицирует этот отель. Это также касается ресторанов и других мест, общественных мест. Детские парки, площадки также открыты. Они свободны для посещения. Можно гулять по набережным. В общем, жизнь идет своим простым чередом, обычным способом, обычным образом, как мы жили раньше. Только вот соблюдаются дополнительные меры безопасности и меры дезинфекции, конечно же, социальное дистанцирование и ношение масок. Вот такая вот ситуация у нас сейчас. Ne yapıyorsun? Beni mi çekiyorsun? Video çekiyorum. Beni çekiyorsan beni çekmek için 10 saniye 5 lira. 10 saniye 5 lira? 10 saniye 5 lira. Şu an 20 saniye oldu 10 lira. Sen ünlü müsün? Evet, ünlüyüm ben. Ü harfiyim hatta. Üstünde nokta var. Kaç saniye geçti? Sana çok şu an 40 saniye oldu. 20 lira. Yardım yani 50 lira verip üstünü başlıkta bırakabilirsin. Artı şoförlük yapıyorum, onun ücretini ayrı alırım. Tamam, kapatıyorum o zaman. Мы уже на Аланийской набережной. Покажу вам немножко, что здесь у нас происходит. Уже достаточно поздно. Около 11 часов вечера, но народу тоже много гуляющих.
стоят прогулочные яхты. На яхтах уже начались туры, как на больших, так и на маленьких. Поэтому, если вы приедете в Алани, можете съездить с туром. А с этой стороны у нас наша любимая чайная. Стоят столики на самом берегу моря. Здесь также можно перекусить хлебом с рыбой, так называемым балык экмек. И, конечно же, мы, когда у нас бывает свободное время, приходим сюда выпить чашечку чая или кофе. Особенно я люблю яблочный чай. Выпить на берегу моря. Очень красивый здесь вид. Открывается вечером. И вечером уже не так жарко, как днем. Потому что днем, конечно же, очень влажно. А сейчас, вот в это время уже прохладно. Стоят рыбацкие лодки, которые ходят в море каждый день и ловят рыбу. И вот такой вот вид открывается на Аланийскую крепость и набережную. Дорогие друзья, наступил новый день, и мы отправляемся в очередное путешествие. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх, комментируйте. Не забывайте заходить в нашу группу в Фейсбуке. Там мы делаем прямые эфиры. И в описании к моим видео есть все ссылки на бронирование отелей, билетов и туров со скидками. Ну и, конечно же, на сайт нашей компании. Заходите, будем рады с вами сотрудничать. Ну а на сегодня всем всего хорошего. Пока-пока. Пока-пока.